О машине я много говорить не буду, потому что я сам представитель завода, и каждый автолюбитель, который приобретет этот автомобиль, он сам узнает и все увидит и почувствует за рулем этого нового ЗАЗ-966В. К концу года автолюбители получат подарок. Наш завод выпустит 10 тысяч новых автомобилей ЗАЗ-966В. И так с каждым годом будем наращивать мощности с тем расчетом, чтобы к 1970 году увеличить намного выпуск нового запороса ЗАЗ-966.